И снова я возвращаюсь, как бы сразу же. И продолжаю играть. Привет. Так сказать. Получилось так. Аутистически. Начать. Надо хоть с дробовика пострелять, я так подумал. Интересно, там снова один будет враг. Ну, я не буду спойлерить, какой враг для тех, кто... Вдруг кто-то только с этой части начал смотреть. Очень страшный враг. Мне казалось, как будто бы их здесь два должно быть. Интересно, как он сейчас себя будет вести в этот раз. Я так немного сейчас поиграю, сильно прям далеко не буду проходить, скорее всего. Блин, поудобнее бы сесть как-нибудь, что-то сижу прям вообще удобно. Не ваншот, да ладно. Или он просто и сразу упал. Видимо, я лишний патрон потратил. Блин, кстати, в чужого снова что-то хочется поиграть. Я не помню, выкладывал или нет. Но вроде бы выкладывал, да, я запись прохождения чужого. Прям очень понравилась игра. Смотрим на очень интересные ступеньки. Слушаем очень приятные часы. Открываем очень ржавую дверь. Я превращаюсь в летсплеера. Ебашим очень бесячих собак. Нет! Попади, блядь. Да умри, умри, сука. А давайте я не буду каждого врага ебашить. Не знаю. Может, просто побегаю. Хотя ладно, постреляю. Thank you.
два трупа. Практически. Отдыхай. Вы получили треснутый ключ. Спасибо. Сеньки, так сказать. Грин. Зеленый. Грин трава. Тоже получено. Можно покурить. Осуждаю. Ну хотя вообще-то. Это же обычная грин трава. Вы Винсент. Кто это? И кто такой Винсент? Подожди, я что, и есть Винсент? Винсент, ты убийца! Убийца! Убийца? О чем ты говоришь? Отвечай! Кого я убил? Чел, ты только что убивал там собак, монстров, зомби. Вот кого ты убил. Ну что ж, в этот раз мы идем сюда. Применили треснутый ключ. Фростбайтер. Госпиталь. Silent Hill сейчас начнется. Я не дам тебе уйти. Ты заплатишь за то, что сделал. Что? Вертолет? Нет. Чистильщики уже прибыли? Должно быть, они хотят оперативно разобраться с этим бардаком. Телефон, похоже, не работает. Классно, чё. Здесь валяется куча молодежных журналов. No smoking. А зомби будут? Похоже на панель управления СТ-сканером. Вы включили его. А там ключ. Берем ключ. Получается. Не с той стороны подошел. Прекрасно. Зачем-то здесь хил от отравления. Это распределительный щит для сканера. Это последняя модель СТ-сканера. Вы получили ключ медицинской комнаты. Спасибо.
блокады блокируют проход. Вы применили ключ медпункт. Выходим на себя, братья. Устал от этих дверей, боже, ужасно устал. Я так и знал, что он будет сзади. Я же знаю эту игру. Можно почитать, что здесь написано. Вы получили карты пациентов. Медкарты. Семнадцать лет. Поскольку она долгое время была в заточении, она стала очень подозрительной. Помещение таблеток в ее пищу, как это можно было сделать ранее, стало неэффективно. Лучшим решением будет добавление успокоительного в ее питьевую воду. В результате воздействия МР-1 в его мозжечке образовалась опухоль, бесполезен в качестве пациента. Ну, особо ничего интересного не написано. Так, а здесь ничего нет? Я как-то особо внимания не обратил. Эта игра издевается надо мной. Элеватор не подключен, ну то есть лифт. Или что там написано? Вы получили ломик. Похоже на рентгеновский снимок. СПС за информацию.
Я бы не подумал. И что, здесь больше ничего нет? Пизда, конечно. Пизда, а. Пизда. Все, я с ума схожу. Блять, эти ебаные двери. Пожалуйста. Ой, злой дядя пришел. А где он? Что-то он высокий какой-то. Получай. Сюда патроны. Блять, эти двери. Я не могу. Красная трава там. Это моя любимая. Здесь стоит капельница. Прекрасно. Кнопка вызова медсестры. Тяжелая по-своему. Вот этими заставками. Открытие дверей. Как же хочется плакать снова. А чё так шумит? А, телевизор? Ебать, шум, конечно. Непростой. Прямо скажем. Как же хочется скипать эти двери. Жесть. О, пистолет новый. Это вот этот? 5-7, что ли, какой-то? Хотя нет. ЦЗ-шка, вау. ЦЗ-75. Это небольшой пистолет, стреляющий патронами парабеллум 9x19. 9-миллиметровый. Ебать, конечно. Топчик. Это, походу, имба, наверное. Кажется, это электровыключатель лифта. Вы включили его. Спасибо. Thank you. Thank you. What are you buying? Здесь хранятся записи пациентов. А хуяписи не хранятся? Или просто писи? О нет. Всё, нет.
Таблетки нужно принимать. От этой двери. От этих дверей. Дверь мне запили. Каждый раз во время открытия двери должна быть это звучать. Спрей. Может почитать. Спрей, аптечка, проверить. Этот спрей полностью восстановит вашу энергию. Бутылка пива. Кровать запятнана кровью. О нет. Ужас. Дайте мне туда пройти. Больше ничего нет. Куда мне идти? А, мне к лифту идти, все, я понял. Я вроде бы здесь все исследовал, наверное. Можно по карте глянуть. Не знаю, будет ли она все показывать. Давайте посмотрим. Чисто так глянем. Здесь я все посмотрел. Походу, здесь тоже все посмотрел. Поехали. Куда мы, в подвал поедем? Basement One. Он меня отравил, нет. Какой страшный паук. Не трогай меня. Сейчас ты меня получишь по полной. А ну иди сюда, ублюдок. Игра, конечно, топчик, на самом деле. Голубая трава, комбинировать, зеленая трава. Использовать. Где моя любимая ЦЗшка? Похоже на шкаф для хранения трупов. Ну, как бы морг. Вся хуйня. Пиздец, эти пауки прикольно здесь выглядят, конечно. И вот я снова пришел. Похоже на компьютер для управления генератором. Снова я пришел. К канализации. Похоже на экстренный выключатель генератора. Не работает. Да и сам генератор вроде как не работает. Похоже на генератор, блять. У главного героя все похоже на что-то. Похоже на хуй. Похоже на лестница. Похоже на спускаюсь по лестнице. Похоже на заебавший загрузочный экран. Похоже на никто не сможет пройти здесь. Похоже на уходите. Похоже на ржавая дверь. Похоже на течет вода. Похоже на я бежать. Пиздец. Ведь как-то вот так. Крышка люка закрыта. Закрыта с той стороны. Блин, вот эта локация так классно выглядит вообще, пиздец. Для PlayStation 1 вообще прям великолепно. Детализация. П-
по графике, конечно, игра прям очень крута, но вот эти загрузки... Ну, понятное дело, почему здесь так много загрузок, почему они каждые 15 секунд. Именно поэтому, потому что графика очень высокого уровня в игре. Вы получили записи Энди. Дневник Энди, работника службы контроля канализации. 6 сентября 1998 года. Я никогда его не видел, но я слышал, что некто по имени Винсент стал главным командующим в этом городе. Официально он специально послан из штаб-квартиры Umbrella. На самом деле он настоящий дьявол, который бы, не задумываясь, убил своего друга, если бы это ему было нужно. Но поскольку я живу в этом темном коллекторе, то для меня это ничего не значит. 20 сентября я услышал плохую историю. Новый командующий Винсент приказал персоналу фабрики осуществлять свои жестокие эксперименты на детях, привезенных со всего света. Я не знаю, зачем эти дети были свезены сюда, но это не может не беспокоить. Я не собираюсь вмешиваться, пока это меня не коснется. 10 октября. Похоже, что какой-то ужасный случай приключился наверху вчера ночью. Я особо не знаю детали, но я слышал, что командир Винсент сделал что-то страшное. 9 ноября. Сегодня командир Винсент наконец спустился сюда с проверкой. Мы поговорили немного, и я заметил в нем только жестокость. Когда я взял его фотографию как сувенир, он просто взбесился. Он точно полный придурок. Сейчас он посмотрит на эту фотографию. Главный герой. Фотография? Нет. Это же я. Я, Винсент. Это все моя вина. Кто ты? Подожди. Прошу, не убивай меня. Я ничего о тебе не знал. Стой! Патроны для дробовика. Патроны для ружья. Это я люблю. Разные рисунки изображены на стене. Спасибо за информацию. На этой двери тоже разные рисунки изображены. Тест Роршаха. Прямо-таки. Можно было бы пройти его. А пососать не хотите, мистер Монстр? Как же классно это оружие стреляет, вообще топчик. Нашел себе оружие по вкусу. Прям реально. Не, мне на самом деле здесь все пистолеты нравятся. Вообще игра, ну, классно сделана. И стрельба здесь прям приятная. Хорошая игра. Что сказать. Вот из нее вот эти... Ну, ускорить вот эти заставки открытия дверей. Прям вообще реально хорошая игра. Даже отличная.
I go here. Then I go here. It's the door. I kill the zombie. Oh no. Need to run. Need to kill this rotten body. Rotten corpse. Stop moaning, you fucking bitch. Отличные комментарии. Блять. Крыша немного едет, да. Но это я уже все проходил, как бы, совсем недавно. I'm find clue. Ой, фу ты, клюв. Ки. Ключ от камеры. Вы получили ключ от камеры. А хилок здесь нет случайно? In this place. Окей, okay, I go another place. I want to check the price on sales. Very much zombies in this room. I kill all. Использовали ключ от камеры. Price on sale. Find the rope. And... Oh no. It's very scary. Very dangerous place. Need to kill all the zombies. My English is very good. Is very fine. Кажется, это какие-то ключи тюремной охраны. Oh, the girls. Возможно, это вырезано из журнала. Это картинка девушки в купальнике. Baby Punks. Хуянкс. I'm very tired of this game. Want the soda. Dark place. Very dark place. Здесь вроде что-то лежало, я как помню. Я вот когда в эту игру играю, кстати, я хочу... Знаете, во что поиграть? В этот... В Metal Gear Solid. Похожие здесь места есть прям. Локация. Да и гамма такая же. Схожая. Я помню, я здесь вниз сразу ушел вроде бы. Надо посмотреть, что здесь в других комнатах. А то я ушел, а назад вернуться не мог. Или нет, я ошибаюсь. Или это в другом месте было. Похоже, что в другом, да.
Запах плесени идет из душевой. Thank you for information. Very important. In this world. In my situation. А тут два пути, что ли? Не трогай меня. Нихуя себе. Вот это оружие против этих врагов не очень работает, прямо скажем. Возможно, здесь еще один даже есть. Вот в этом месте. Или нет. А здесь что мне делать? Пойти наверх и сюда? Или мне обязательно сюда зайти нужно? Или это тоже выбор путей? Блять, что за место? А, понял. Все, я понял, что это за место. Да блин. Здесь я был, типа. Что мне делать? Куда мне идти? Получается, мне наверх. Наверное. Я же хочу новым образом проходить. Так что пойду наверх. Прыгнет кто-нибудь? Ну ладно. Нет. А здесь ничего и нет. Здесь крюк на стене, вы использовали веревку. Но все-таки можно, да, другим путем пройти. Ну да, я помню такое, кстати. Припоминаю. Я ему не дам дойти до себя. Какой-то он живучий прямо. Минус патрон, но я нашел новые. Патроны к ружью. Сюда незачем возвращаться. Логично. Такая вот интересная локация. Что-то здесь у нас есть еще. Надо меня пиздить.
Давайте взорвем эту уёбку. Интересно, сколько у меня там уже патронов. Нормально так. Это постер живого концерта. Здесь стоит разная аппаратура, вроде ничего полезного. Здесь лежит сломанный микрофон. Ну, это прям как мой. Что он там делает? Мой микрофон. Здесь напечатано расписание живых концертов. Живых. Интересно. Это барабанная установка. Спасибо за информацию. Еще немного поиграю, в общем, VIP-карта. Так, вы получили ключ клуба Key. VIP Umbrella Members Card. Что-то не так часто приходят эти враги. Ну, вернее, этот мистер Икс. Так, беру, короче, ЦЗ-шку обратно. Возвращаю назад ЦЗ. Прикольно по ним стрелять. О, трава.
похоже на клубную стойку. Вы ставили ключ от зала клуба. Окей. Проходим дальше. Что же там? Амбрелла. Так вот откуда контролируется весь город. Что со мной происходит? А вот и типа из клуба вышел, да? Крышка люка закрыта. В прошлый раз я сюда... Ой, зачем я возвращаюсь? В прошлый раз я сюда другим путем пришел. Блять, эти открывающиеся двери, это, конечно, пиздец. Ладно, короче. Спасибо всем за просмотр, кто смотрел это видео, кто смотрел прохождение. Если кто-то смотрел только эту запись, можете включить другие. Можете посмотреть начало игры, когда я первый раз только ее запустил. Ну, если вот только вот именно эту запись первый раз посмотрели. Впервые. Прошлые записи можете глянуть или что-то еще на моем канале, я не знаю. Всего хорошего. И... можете поставить лайк под видео. Буду благодарен. Еще одна открывающаяся дверь напоследок. Прекрасная. Прекраснейшая. Охуенно проебал. Ну ладно, в общем. Перепройду какие-то моменты, получается. Я не сейвился, да, какое-то время. Вот отсюда. Перед получением карты, да? Ну тут немного перепройти, на самом деле. Ладно, спасибо за просмотр. Всем пока.